Контрафактный алкоголь – прибыльный бизнес. Подпольные напитки продают в гаражах, на дому и в маленьких магазинчиках. Здесь, как правило, всегда есть постоянные клиенты. Выявить подпольных торговцев непросто. Не каждый раз у нас граждане идут на контакты. Особенно реализация у нас происходит ночью. Но мы стараемся, мы работаем над данным. И людей уже, кто у нас продает данную алкогольную продукцию на дому, уже гораздо меньше. Сотрудники полиции регулярно проводят рейды по выявлению фальсификата и контрафакта. Ежегодно в городе и области ликвидируют поддельные цеха по производству спиртного. Так, в августе прошлого года в селе Красное из ангара полицейские изъяли 5500 литров суррогатного алкоголя. На бутылках были поддельные федеральные марки. Кроме того, полицейские обнаружили пустую тару, комплектующие и серию поддельных акцизов. Всего в прошлом году из незаконного оборота изъяли больше 12000 тонн алкоголя на сумму 2 миллиона рублей. В ходе определенных мероприятий удалось снизить смертность жителей города Липецка и Липецкой области от отравления фальсифицированной алкогольной продукцией. А именно в 2015 году было зафиксировано таких случаев 223, в 2016 – 182. Вот, в общем, как бы практически на 20%. Также практически на 15% удалось снизить количество преступных посягательств, которые были совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения. Отличить оригинал от подделки призвана единая государственная автоматизированная информационная система учета контроля, сокращенно ЕГАИС. С прошлого года она стала обязательной для оптовой и розничной продажи. И уже работает в крупных сетевых и специализирующихся на алкоголе магазинах. С ее помощью каждая бутылка легального алкоголя отслеживается с момента отправки с завода до покупки в магазине. Все, что не в системе, контрафакт или суррогат. Узнать все о покупке может любой желающий с помощью приложения на смартфоне. Особым сканером на кассовом аппарате сканируется акцизная марка, специальный штрих-код. После приобретения покупки покупатель получает кассовый чек, который содержит QR-код. Также при использовании мобильного телефона мы можем проверить легальность продукции. По уровню подключения к системе учета оборота алкогольной продукции ЕГАИС Липецкая область занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа и второе место по России. Липчане тоже оценили достоинство системы. Это хорошо, удобно, и каждый покупатель уверен в том, что он приобретет качественный алкоголь. Такая система внедрена, чтобы мы купили качественный алкоголь. Все на кассе очень быстро, никаких проблем нет, заминок нет, все очень удобно и хорошо. Регулярно сотрудники регионального управления потребительского рынка проводят рейды по выявлению фальсификата в магазинах. До 30 января по всей стране временно запрещена продажа настойки боярышника. Юлия Нечаева, Андрей Зубков, Липецкое время.